студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте! Соки и детское пюре могут подорожать. Виной всему отнюдь не майская погода в мае. В Липецкой области заморозки погубили плантации клубники и яблоневые сады. До минус 2 было и сегодня ночью. Поэтому урожай, скорее всего, придется везти с Кавказа. Аномальные холода уничтожили посевы пшеницы, кукурузы и свеклы и в Воронежском, Тульском и Тамбовском регионах. А вот в теплицах аскольчане и губкинцы уже собирают первые ягоды клубники. И солнца, помогающего им созревать, все больше. 16 мая облачно с прояснениями. Днем 15-16 выше 0, ночью плюс 7-10. Ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду. Давление повышенное 754-757 миллиметров. Магнитное поле спокойное. Луна в первой четверти.